Мы продолжаем нашу программу. Олеся Галебнова, аудитор, заместитель директора по налогам. И сегодня мы будем обсуждать тему дарения или наследования. Должен человек распорядиться своим имуществом еще при жизни его подарить? Или такой, а когда я отойду в мир иной, мне уже все равно, как вы будете там все делить, да? Да. Олеся, еще раз доброе утро. Скажите, пожалуйста, для кого этот вопрос актуален? Нужно ли действительно дожидаться вот последних дней, чтобы потом судорожно понимать и представлять картину, как этим наследовать? Ну, то есть, как этим имуществом распорядиться, да. Либо, может быть, действительно уже стоит готовить сани летом. Ну, я думаю, это как раз тот случай, когда сани готовятся летом. Потому что сейчас, ну, мы в таком мире живем, когда все стали собственниками своего имущества. Угу. То есть, это было не актуально там в постсоветские времена, да, когда у нас не было, по сути, права собственности, у нас немножко другой порядок был. Сейчас у каждого практически есть квартира. И, соответственно, даже минимально вот именно распоряжение этим имуществом, оно такой вопрос для каждого, а как лучше поступить, как его передать своим близким, каким образом это нужно сделать, как это безопасно сделать и как это сделать дешевле. Ну, тут вопрос еще безопасности в первую очередь становится человека, потому что мы знаем очень много историй, к сожалению, грустных и печальных, когда вроде бы были хорошие отношения в семье, а потом бабушка подарила квартиру внуку, а внук, соответственно, эту бабушку там, не знаю, теперь выселяет, выгоняет или еще что-то такое делает. Мне кажется, в первую очередь нужно обезопасить себя, ну вот дарителя, да, или того, от кого будут потом какие-то вот исходить там уже юридические последствия после того, как его не станет. Женя, абсолютно согласна. То, что есть момент финансовый, есть момент юридический, но опять-таки сейчас такое время, даже когда человек, он может быть абсолютно, ну, нормальным и хорошие отношения в семье, но мы вот несколько недель говорили о мошенничестве, да, человек может стать жертвой мошенников, даже вот тот, кто кому подарили, и просто люди теряют голову и закладывают и квартиры, и по сути проигрывают, то есть по сути это человек хороший, человек, отношения замечательные, не было у него там какого-то умысла, просто он сам становится жертвой, а соответственно через это может пострадать и даритель, поэтому надо разобраться. Риски очень большие. Как мы будем разбирать? Мы сначала поговорим про дарение, потом про наследование. А все вместе мы поговорим по моментам таким, то есть допустим, в чем принципиальное отличие? Вот завещание – это единоличная воля завещателя. То есть вот он распоряжается полностью своим имуществом. Он говорит, вот я хочу отдать тому-то. И он это прописывает в своем завещании. И особенность есть, что всегда идет нотариальное оформление этого документа. Без нотариального удостоверения недействительно будет. Есть небольшие отклонения, когда человек уже заболел, он где-то в больнице находится, не может прибыть к нотариусу, и могут должностные лица заверить. Должностные лица больницы. Допустим, главврач, там еще. Но это прям отклонение, это исключение. Но это все равно должно быть заверение. А вот дарение – это двухсторонний договор. То есть это уже, по сути, сделка. То есть когда и даритель, и одаряемый, он соглашается, даритель дарится, одаряемый соглашается принять этот дар. И здесь простая письменная форма. Единственное, должна быть госрегистрация, соответственно, в Росреестре. Вопрос налогов. Самый главный вопрос – сколько потом придется заплатить тому, кого одарили, и тому, кто вступил в право наследования? Да, это тогда нужно включить. Включить будет сейчас, раз этот вопрос стал, пожалуйста, последний слайд включите. И вопрос налогов, он таков. Когда вам приходит наслед, ну, то есть смотрите, тот человек, который передает квартиру, допустим, это имеет вопрос как раз для дарения, потому что здесь уже переход права собственности произойдет при жизни дарителя. Да, подарственный. Даритель никогда не платит налог. То есть вот ни в каком случае. И тут надо каждому понимать, если вдруг вы подарили квартиру, и вам из налоговой пришло письмо, что вы не заплатили налог, вы обязаны заплатить, это всего лишь непонимание налоговой, что произошло с вашим имуществом, потому что идет взаимообмен. Росреестр им передал информацию, что вы право собственности утратила, налоговый дом, ага, вы ее продали, значит. Ага, понятно. Они не знают. То есть правильно ли я понимаю, что, условно говоря, муж и жена, у них там есть, например, дача, которая зарегистрирована на жену, ну или на мужа, неважно. И она эту дачу берет и дарит мужу, или муж дарит жене. В этом случае никто ни с кого никакие налоги платить потом не будет. Нет, подождите,
смотрите, Жень, это в случае, если тот, кто дарит, он никогда не платит. А тот, кто получил, а тот, кто получает, здесь есть нюанс. Ага. Здесь есть нюанс, да. Когда идет дарение между близкими родственниками, а близкие родственники, это у нас опять-таки муж, жена, кровные. Это дети, кровь, ну, это ну, муж, дети. Жена, не дети, родители. Нет, дети, муж, жена, дети, ага. родители. Дети в том числе идут, ну, в зависимости, может даже быть один общий родитель у них. Ну, а бабушки, дедушки уже бабушки, дедушки тоже считаются. Вот здесь у нас не возникает налога у того, кто получил этот дар. А вот если не близкий родственник дальний подарил, родственник. Допустим, дядя или тетя, они уже не относятся к близким родственникам. Если вы получили от дяди или от тети, то у вас возникает налог 13% НДФЛ. То есть вот здесь вот есть разница. Все понятно. Ну и, соответственно, при продаже тоже есть разница. Если вы получили от близкого родственника, то без налога вы через 3 года сможете продать, а если от дальнего родственника, то через 5 лет только. Вот, насколько знаю, по завещанию, когда вступают в права, там же у нотариуса что-то очень много платят. Это вот да. за что? Да, был налог какой-то. Да, а это вот не налог, это уже другой немножко вопрос. Просьба вернуть на слайд раньше. И поговорим сейчас как раз о расходах. Ага. Это такая сторона, а сколько стоит это удовольствие, да, получается? Все вот эти услуги, да, соответственно, да. при Здесь подготовке есть разница, есть разница при оформлении документов. И как раз дарственная, она обходится в 3 рубля, потому что заключается простая письменная сделка и только платится за госрегистрацию права собственности в Росреестре, это 2000 рублей. Все. Это вся стоимость, это вся цена вопроса. А вот когда речь идет о завещании, здесь сначала, во-первых, платит сам завещатель за вот это вот завещание у нотариуса. Сумму я точную не назову, потому что она отличается в зависимости от нотариальной конторы, но это всегда будет 100 рублей госпошлина, а дальше, ну, это порядка 3000, где-то такая цена вопроса в Красноярске на составление завещания там, со всеми услугами. Вот. А вот самое интересное, это потом у того, кто получил это наследство. А вот самое интересное, я думаю, мы с вами оставим напоследок и прервемся ненадолго, так что не переключайтесь. Продолжаем нашу программу. Олеся Галебнова, аудитор, заместитель директора по налогам. Обсуждаем сегодня дарение или наследование. Что выгоднее и для того, кто это делает, да, там пишет завещание или дарит, и для того, кто принимает это имущество. Мы остановились на том, сколько на расходах по оформлению этих самых сделок, да, из дарственной мы уже определили, что это 2000 госпошлины. Завещание. Тот, кто написал его, отдал госпошлину в виде 100 рублей и какую-то сумму в пределах там плюс-минус 3000 нотариусу. А вот теперь как раз момент, на котором, собственно, мы прервались, сколько должен будет заплатить тот, кто входит право наследования. Да. Вот здесь идут самые существенные расходы, потому что, чтобы получить свидетельство о наследстве, то есть это такой документ, который выдается, как раз нужно заплатить и госпошлину, и нотариусу за расходы, и еще много чего. Давайте о госпошлине Давайте, разберемся. Госпошлина? Госпошлина будет 0,3%, если близкий родственник, да, от стоимости квартиры, если это близкий родственник, и 0,6%, если это не близкий родственник, да. Ну, либо вообще не родственник. Ну, смотрите, от чего берется? От любой стоимости. Это может быть кадастровая, инвентаризационная или рыночная. И здесь вот тонкость. Что бы вам ни говорил нотариус, он не имеет права диктовать вам, какую стоимость использовать при определении. То есть, если вы смотрите сами, вы можете сделать оценку, можете обратиться в кадастр, ну, в Росреестр, узнать кадастровую стоимость. Как правило, самая высокая, конечно, рыночная. Поэтому есть смысл немножко заморочиться, поработать с Росреестром, взять кадастровую стоимость и именно этот документ принести нотариусу и от нее посчитать эту пошлину. Это будет самый выгодный вариант. Ну, и цена вопроса, смотрите, если 2 миллиона, то 0,6% это 12 тысяч рублей, то есть, по сути, это не те деньги, не на самом такие, деле. Да, не большие, такие уж огромные, да. А если это 0,3, так это вообще 6 тысяч рублей. Есть еще категории, которые вообще освобождаются, это, ну, ветераны и так далее. То есть есть еще и льготники. Плюс, запомните, это нотариус всегда. Нотариус берет за каждое свое действие. За вскрытие завещания, за то, чтобы переложить его в другую папочку, за все. То есть там набегает... Это, а что он тебе, по-твоему, бесплатно это работает? Это тоже где-то, наверное, по 2000 рублей за каждую эту услугу, там, да? Набегает
это прилично. Ну, тоже там прилично бежит. 7 лет все мечтали быть певицами и актрисами, я мечтала быть нотариусом. Все, я помню, мне было 7 лет, я говорила, я хочу быть нотариусом. Женя, это абсолютно такая хорошая ниша, да. Только, к сожалению, она такая, знаете, там родоплеменные связи очень хорошо работают, да, у нас. Вот, и надо быть в поколении. Ладно, давайте вернемся, значит, пошлину мы заплатили за услуги нотариуса и... Вы получаете свидетельство, ну, оценку, вы, ну, в зависимости либо оценку, либо что-то, это тоже расход. Ну и затем вы становитесь счастливым обладателем этого свидетельства, с которым вы регистрируете право собственности тоже за 2000 рублей. То есть вот это все расходы. Теперь давайте сравним налоги и расходы, да, именно вот потому что это у нас вот эта денежная составляющая идет. А вот самый невыгодный вариант в плане денег – это дарение не родственнику. Потому что, вы помните, там НДФЛ возникает 13%. А с тех же 2 миллионов это уже 260, это у нас 260 тысяч. Нормально, да. Это прилично. Угу. Очень прилично. То есть, поэтому это большая сумма. То, ну, есть, то вот, есть, это получается вообще тогда невыгодно? Ну, если... Подарить не родственнику. Да, дарить не родственнику, да, это очень невыгодно. Потому что здесь уже, когда у вас идет не родственник, тогда лучше схему наследования сразу использовать. Возникает вопрос, когда мы дарим, вот оценка будет, опять же, рыночная стоимость, кадастр, или где мы будем брать стоимость? Потому что мы, когда дарим, там же мы не указываем в договоре, что дарю на сумму там такую-то, вот, да? Когда мы дарим, там будет рыночная стоимость. Там будет рыночная. Там рыночная. Как правило, используется цена, которая указана в договоре, потому что это договор, и там будет указана стоимость объекта. Там будет прописано объект. Да, как правило, она указывается. Но тут хитрить тоже сильно не получится. Если вы ее занизите без оценки, да, то есть, например, соответственно, налоговая может потребовать подтверждение этой стоимости. Когда вы сдадите декларацию, а вы обязаны будете ее сдать в связи с получением этого имущества в дар, и если вы приложите договор со стоимостью квартиры 100 тысяч рублей, очень велика вероятность, что вам скажут, а вы что, ну дайте нам оценку. Да, на подождите, ну а если, например, эта квартира покупалась еще в 90-х, например, или там даже вообще приватизировалась, да, то есть... Неважно. А у меня какие подтверждения? Я тогда ее купила за, там, тогда еще можно было за миллион купить квартиру, да, там, ну, или а там, сейчас по рыночной стоимости. А сейчас она, допустим, стоит 6. Но это купил ваш даритель, а вы-то получаете ее сейчас, соответственно, вы получаете ее в оценке по рыночной стоимости. Сегодняшним днем. Олесь, скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, невыгодно дарить, соответственно, дальним, выгодно близким дарить. Ну, там если вот мошеннические схемы, можно ли стать, будучи дальним родственником, близким, как бы... Пожениться только, какие у тебя еще варианты могут быть? Какие-то могут быть фальсификации с документами? Идут ли мошенники на это, чтобы вот получить это имущество по выгодной, так сказать, цене? Ну здесь, если только, опять-таки, все правильно, фиктивный брак у вас будет, у вас да, остальные связи, заморочек. Остальные связи, они же все равно кровные, получается, либо усыновление идет, то есть это тоже процедура определенная, это же надо удочерение, усыновление, либо вот здесь брак. Здесь только фиктивный брак? Да. Ну, ну усыновление, дочерение, как бы, ну, тоже, это тоже вдруг, процедура. Да. Там, не было, а вот, все, дочка раз нашлась. Ну, я хочу сказать, дочка, что вот, есть, кстати, прецеденты по усыновлению, удочерению взрослых детей. И тут есть прям даже судебная практика по этому поводу, потому что не всегда, ну, то есть бывает, что пытаются удочерить, усыновить взрослых уже людей, и, ну, которым уже больше 18, гораздо больше 18 лет. И это все всегда через суд, и навряд ли это даже удастся. Угу. Бывают, конечно, случаи, но это такой прецедент. Поэтому вот Понятно. Здесь такой момент. Что проще? Ну, с финансовой точки зрения мы разобрались. Все-таки, если это не близкие родственники, то, наверное, завещание здесь единственный выход. Потому что, если его нет, то и человек ничего и не получит. Потому как он не имеет права на наследство, если он не родственник, опять же. Да? Да. То есть только написанное завещание. Да. С точки зрения юридической, что проще все-таки? Ну, вот в оформлении. Для оформления, да. Давайте на первый слайд вернемся тогда именно к юридическому моменту. Угу. Опять-таки вернемся к вопросу, что, во-первых, завещание – нотариальная форма. И мы уже говорили, да, проще оформить, конечно, дарственную с юридической точки зрения, потому что это двухсторонний договор и, соответственно, госрегистрация. Все. Завещание – это нотариус. Всегда нотариус, причем как на оформление завещания, так и
и на все последующие действия уже когда после смерти завещателя. То есть, соответственно, я вот уже говорю, это и вскрытие, и раскрытие, и прочтение, и так далее. Здесь вот такой момент. И по срокам есть нюанс. Дарственное в моменте сразу же переход права собственности. С завещанием идет. Там понятно. А с завещанием, во-первых, оно вступает в законную силу только после смерти. И еще полгода на принятие наследства. Вот этот срок полгода, его невозможно уменьшить. То есть это всегда будет. Но за это время как раз совершаются вот эти все действия. Это производится оценка, готовятся документы. То есть это все можно сделать и, соответственно, вступить. Подводя итог всему вышесказанному... Подожди. А итог подводя. А вот помнишь, Олесь сказала, расскажет, если в завещании есть указан родственник, а могут ли другие противодействовать его получению? Она сказала, очень интересная хорошо. Тема. Хорошо. Да, здесь есть нюанс. Рано собралась итоги подводить. Да, рано, Женя. Какой здесь вот есть нюанс, тонкость. В завещании, как правило, указывается человек, который близок к сердцу, да, завещателя, которому он хочет вот все ему отдать. И, соответственно, несмотря на все очереди, которые у нас прописаны в Гражданском кодексе, а есть у нас же очереди наследователей, кто там будет получать это наследство, вот отдать этому человеку. Так вот, есть все равно перечень, который обязательных наследников, которые идут независимо от того, что указано в наследстве. То есть даже при условии получения завещания люди нетрудоспособные, нетрудоспособные родители, опять-таки близкие родственники, нетрудоспособные дети, несовершеннолетние дети, они имеют право на получение части вашего имущества даже при условии завещания. Да. И только через суд решается иначе, если вдруг вы не сможете получить, воспользоваться этим имуществом. То есть это всегда через суд иное решается. Поэтому это такой тонкий момент. Если есть такие люди, нужно понимать, что все равно с завещанием будет потом неприятная разборка, неприятные дрязги. Да, и только дарение в этом случае оно может решить вопрос совершенно кардинально. Потому что это будет все сделано при жизни, сделка будет совершена, и все, нечего потом будет завещать. То есть вроде ты получил по завещанию, да, а потом приехали эти родственники и давай отщипывать кусочек этого завещательного пирога. Что ж, подводи, Женя, итоги. Подводя итоги, хочется только еще раз вернуться к тому, с чего мы начали, да, что в ситуации с дарственной и в тех, к сожалению, историях и условиях, в которых мы живем, нужно быть действительно крайне внимательным, кому ты и что даришь, и чтобы, не дай бог, не остаться на улице. Да, Жень, я думаю, что просто вопрос как раз передачи имущества, скорее всего, в большинстве случаев, я думаю, сейчас решается на семейном совете. И то есть люди обсуждают, а как поступить. То есть это крайне редкий случай, когда все там сама пошла, бабушка или дедушка написали, все равно идет обсуждение. Но вот я бы рекомендовала финансовую сторону не учитывать. Вот вообще, потому что, во-первых, это финансовая сторона уже наследника, либо уже получателя, по договору доверия, дарения. Да. Нужно подумать прежде всего о себе. То есть как о собственном комфорте, о собственной безопасности. Потому что крайне неспокойное время, очень активное. Вот рынок жилья и мошенники – это просто вообще очень серьезные ситуации. Очень много у нас идет займов в микрофинансовых организациях. И люди теряют реально квартиры. Поэтому не надо. Вот сами в здравом уме оставляем за собой. Если хотите распорядиться иначе, нежели предусмотрено в Гражданском кодексе, то пишите завещание. Это моя рекомендация. Олеся Галебнова, аудитор, спасибо. Заместитель директора по налогам. Дарение или наследование? Именно эту тему мы сегодня обсуждали. Если вдруг вы только что включили телевизор, вы можете пересмотреть фрагмент этого эфира в нашей группе ВКонтакте или в Инстаграме.